Ребята, а у вас есть кумиры? Конечно, есть. Ой, стоп. А кто такой кумир? Кумир – это человек, который делает что-то интересное. Его знают все, и у него есть фанаты. Когда я вырасту, я хочу стать кумиром, чтобы меня все знали, и чтобы у меня было много-много фанатов. А мои кумиры – Арнольд Шварценеггер, Путин и Леха. Он у нас в классе самый умный. А мой кумир – Сергей Друзьяк, актер и телеведущий. Сергей Друзьяк, актер театра и кино, телеведущий. В свои 32 года он снялся уже более чем в 40 картинах. «Елки», «Любой в большом городе», «СМЕРШ». В известных сериалах, таких как «Папины дочки», «Курсанты», «Ранетки» и «Корабль». Сергей является кумиром для всех детей страны. Они знают его и любят за роль «Каляки-маляки» в программе «Давайте рисовать» на канале «Карусель». Не каждому в жизни везет познакомиться лично со своим кумиром. Тебе сегодня очень повезло. Ведь Сергей Друзьяк приехал к нам в гости в Ярославль. Ура! И я с ним тоже познакомлюсь. И точно, но Сергей научит быть актерами. Ура! Мы на мастер-классе по актерскому мастерству. Актерское мастерство – это когда ты выступаешь на сцене или же играешь роль в кино. Но, оказывается, актерское мастерство может пригодиться и в обычной жизни. Сергей Друзьяк окончил Ярославский государственный театральный институт в 2006 году. Поэтому с Ярославом его многое связывает. Где-то на Толбухино мы похоронили рыбку, когда-то на Новый год мы переходили Волгу, когда мы поступали в институт, мы переплывали Котрасль и загадывали, что если переплывешь Котрасль, поступишь. И поступили. Мы нашли в Котрасли мидий и жарили их на кухне общежития на Первомайской, и была страшная вот это запах, страшный запах от этих мидий, никакого вкуса, это совсем не морские мидии оказались. Я был инициатор этой поджарки. На встрече Сергей много и красиво пел. Недаром 2006 года он лидер музыкального коллектива «Виа Параноли». Дедушка Мороз любит загорать. Дедушка Мороз летом загорает. Дедушка Мороз любит море нырять. Но об этом никто не знает, не рассказывает. Все пришедшие на мастер-класс по актерскому мастерству благодарны Сергею за море позитива, полезный опыт и ценную информацию. Он абсолютно очаровал, вдохновил и воодушевил юных журналистов медиа-школы «Фокус» и всех-всех, кто побывал на этом мероприятии. В первую очередь, конечно, хотелось бы оказаться ребятам полезным. То есть не просто поиграть, повеселиться, а чтобы они что-то потом запомнили. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы после этого мастер-класса ребята взяли, собрались командой, пошли там в ТЮЗ к моим друзьям-актерам, с которыми я учился в Ярославле, и взяли у них интервью после какой-нибудь сказки, когда жук-скоробей сидит, переодевается, маску снимает, а ребята у него спрашивают, а как вы превратились в жука, как вот вы победили этого вот комара или там паука? И он сказал, и какой-нибудь монолог. И мне кажется, такие передачи, они несут добро, радость. Актеру нужно уметь вживаться в роль и раскрепощаться. Для этого хорошо подходит упражнение «Дерево». Время. Мы плясали, пели и веселились. На мастер-классе я поняла, что актерам быть сложно и очень интересно. Сегодня посетили мастер-класс Сергея Друзьяка, замечательного друга всех детей, каляки-маляки. У меня старшая дочка его смотрит с удовольствием, и младшая уже присоединилась. Мы очень рады, нам все очень понравилось. Ждем Сережу еще раз к нам в гости. Я с сегодняшнего дня Сергея Друзьяка вообще не знала. А сегодня в первый день. И он такой веселый парень. Он с нами играл в снежки.
и в акулу. Мне все понравилось. Неожиданная встреча с Сергеем Друзьяком даже обрадовала меня. Очень интересный молодой человек, очень много рассказал, очень много интересных игр с нами провел. Видя, как дети радуются, я тоже очень обрадовалась. Вообще, Сергей много всего умеет, но больше всего мне понравилось чтение стихов и игра на гитаре. Мастер-класс мне очень понравился, и я получила очень много новых знаний. Сегодня сбылась мечта Тины, ведь к нам приехал ее кумир Сергей Друзьяк. Но после мастер-класса он стал кумиром всех нас.